Для сферы послуг сёлетняя пандемия COVID-19 стала сапраўдным выпрабаваннем. Аднак, нягледзячы на складанасці, на тэрыторыі рэгіёна працягвалі з'яўляцца новыя месцы для адпачынку. Асабліва гэта тычыцца райцэнтраў. Так, у Лельчыцах адкрылася маладзёжнае кафе, якое за кароткі час паспела набыць папулярнасць сярод мясцовага насельніцтва. Дмітрый Котаў з падрабязнасцямі. Об своем бизнесе Наталья Герман марила вельми долго. Спочатку набывала в опыт, працуючи у разных установах родного города. Двойче была у кроку от початку предпринимательской деятельности, але ничего не вышло. Вырашальную роль, как признается Наталья, сыграла неуверенность у своих силах. И навод, коли возникла махчимость у третий раз увособить у житё свою мару, з'являлися сумнений. Однако Наталья твердо вырашила альбо зараз, альбо николи. Боялась, страх. Ответственность, во-первых, это очень большая ответственность. Это уже совсем другая жизнь. Это не такая, как была до этого. Тут надо все. Если малейший что-то упустил, все, это его уже не исправить. Разностайная кухня, доставка, Wi-Fi и работа у социальных сетках. Кафе Натальи Герман отповедая усім сучасным потребованиям. На популярность установы уплываюсь так само доступные цены и шматликие акции. К нам приходят посетители. И мы должны их накормить, сделать все для того, чтобы человек ушел отсюда. Ему было очень комфортно, и он захотел сюда еще раз вернуться. И прийти с семьей, привести своих друзей. И там еще кому-то сказать, поделиться своим впечатлением. Наталья Герман заняла запотребованную нишу. Подобные молодежные кафе у Лельчицах можно перелечить по пальцах. Этот сегмент сегодня популярный у сферы послуг, и тому бизнес является прибытковым. Главное – не стоять на месте. Каб гость остался задоволенный, его треба постоянно удивлять. Хотим расширяться, хотим сделать еще вот здесь такую пристроечку для танцпола. Может, даже и караоке. Посетители просят, и мы будем делать. Так что в ближайшем, надеюсь, месяца мы будем расширяться, все сделаем. Мне нравится, я прихожу на свою любимую работу. Это самое главное, то, что ты хочешь идти на свою работу, а не так вот. Ты идешь и думаешь, как этот день отработать, и быстрее мой выходной, и это. Наталья Герман – приклад мэтанакіраванасці и працавітасці. Менавіта гэты якасці спадарожнічаюць паспяховым людям у досягненні их мэтаў. Уласны бизнес, асабліва калі ў пачатку шляху, часто спалучаецца с розными складанасцямі, як матэрыяльнага, так и психологічнага характару. Аднак перашкода ў лельчыцкая прадпрымальніца не палохаецца. З упэўненасцю и оптимизмом глядзіць у будучыню. Дмитрий Котаў, Сергей Лукашук, телерадыокампанія «Гомель» з Лельчыцаў.